Samsung i9000 Galaxy S. Замена полифонического модуля. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике Samsung i9000 Galaxy S разбор. Полифонический модуль выходит из строя, как правило, по причине злоупотребления громкостью при прослушивании музыки. Отщелкиваем коннектор полифонического модуля и снимаем его. Новый модуль устанавливаем в системный блок и защелкиваем коннектор. Все, полифонический модуль заменен.